Установка бесчиповой SNP-чи на МФУ Epson Expression Premium XP830. Поставьте SNP-чи слева от устройства и расправьте шлейф. Подключите сетевой шнур к МФУ и включите устройство. Поднимите блок сканера и нажмите кнопку «ОК». После того, как каретка выйдет в положение замены картриджей, отсоедините шнур питания от устройства. Снимите транспортировочные заглушки. Вставьте картриджи в каретку. Аккуратно нажмите на картриджи до характерного щелчка. Проверьте все 5 картриджей. Установите держатель шлейфа, он является блокиратором датчика открытия блока сканера. Закрепите в нем шлейф. Передвиньте каретку в крайнее левое положение, затем в крайнее правое положение. Убедитесь, что чернильный шлейф не перекручивается и не мешает ходу каретки. Шлейф не должен провисать. При необходимости отрегулируйте длину шлейфа. Закройте блок сканера. Откройте воздушные отверстия на SNP-чи. Подключите печатающее устройство к электросети и включите его. Через несколько минут МФУ будет готово к работе. Переходим к печати тестовой страницы. Загрузите бумагу в лоток. Распечатайте тест ДЮС. Для этого в меню устройства выберите Setup, Maintenance, Nozzle Check и кнопку Start. Важно! При появлении на мониторе компьютера сообщения о необходимости обновить программное обеспечение, нажмите «Отказаться». В настройках драйвера есть возможность отключить поиск обновлений. Используйте печатающее устройство с расходными материалами InkSystem и экономьте на каждом отпечатке.